К нам на библейский портал ExGed пришел вопрос, как вести себя с толпой агрессивных подростков. Ну, прежде всего надо возвать к Богу в молитве внутри себя, найти опору в Боге в любой опасности, в любом опасном обстоянии. Наверное, надо готовиться заранее к этому и иметь силу, какую силу, которая чувствуется в человеке, если вы хотите, допустим, чтобы ваш ребенок не попадал в такие ситуации, его надо отдавать заниматься борьбой, потому что даже толпа подростков или юношей а, сразу чувствует уверенного в себе сильного а, юноши или сильного подростка. Он ведет себя так, что почти всегда он исключает возможность на него напасть. Это а, вот чувствуется без слов или там за два-три предложения другими. Вот возникает возникает сразу такое желание отойти и не приставать к этому человеку. Потом, конечно, чувство юмора. Если вы его сохраняете, то оно свидетельствует о том, что вы не боитесь. Я помню, читал интервью с одним преподавателем, очень высокой квалификации преподавателем рукопашного боя, который на вопрос корреспондента о том, приходилось ли ему применять свои навыки, он говорит, ну я обычно уклоняюсь, приведите пример. И он привел два примера. Первый, он выходил с женой из кино, и какая-то толпа, ну там 5-6 человек, сильно нетрезвых людей, решили к нему пристать, и надо какой-то найти повод, и говорят, слушай, мужик, нам твоя рожа не нравится. Вот. А он в ответ он говорит, ребята, она мне всю жизнь тоже не нравится. Вот они его оставили в покое. А в другой раз к нему приставали, мы себя сейчас будем бить. А он говорит: Ребят, только не по лицу. Я флетист, мне завтра в большом выступать. Ладно, ладно, говорит, флетист, иди. И даже не знают, какая, какая гроза мимо них прошла. Вот. Из конкретных советов надо понять, кто у них вожак и э, заговорить с ним уважительно. Вот это тоже интересно очень сказать, что э, проявить к нему уважение сказать уважаемый буквально. Вот любой разговор с незнакомым человеком надо начинать со слова уважаемый для агрессивных людей и для тех, кто э, привык решать вопрос э, с помощью конфликта э, для там, приезжих с Кавказа, например, это очень важно. Если вы назвали его Эй ты, это одно. Если вы сказали ему уважаемый, для, его, для него это не просто слово. Это свидетельство вашего отношения. Он уже значительно внимательнее и добрее будет вас слушать. Вот. Но, конечно, если предаться Господу и через молитву возложить на него упование, то Господь защитит. Но к любому человеку должно быть уважение. Мы имеем сотни одинаковых таких сюжетов в «Житии новомучеников» когда абсолютно беззащитные, слабые физические люди, священники, монахи, монахини, епископы, попадая в совершенно адские условия в лагерях среди блатных предводителей, которые мучили и обижали, издевались над всеми, вдруг через какое-то время они оказываются, наоборот, защищаемы этими урками. Понимаете? Почему? Потому что в них не было осуждения и озлобления в ответ. У них была молитва и любовь даже к этим людям. И это чувствуется, понимаете, сразу. И вот вы почитаете жития новомучеников. Те, о которых сохранились какие-то сведения о том, как они были в лагере, вот обычно об этом говорят. Причем никаких хитростей к этому не употреблялось. А было живое, искреннее, уважительное отношение к образу Божию даже в самом каком-то отъявленном агрессивном разбойнике. И тот, конечно, это чувствовал, потому что на самом деле, как бы не был зол человек, как бы он ни пал, почти всегда ему все-таки хочется, чтобы его любили, хотя бы тепло к нему относились. Вот. И если он это встречает бескорыстно, вдруг просто от другого человека, он это ценит. И он это уважает. Перечитайте на эту тему «Капитанскую дочку». Да? И вы увидите, как, как Пугачев был благодарен за тулупчик. Просто за тулупчик. Вот. Так что любому человеку можно найти что-то хорошее в другом. И помолясь за него с уважением, начать с ним разговор.